بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على, على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أجمعين مجمعين إلى قيام يوم, يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ن продолжаем наши уроки посвященные исламской идеологии исламским убеждениям На прошлом уроке мы говорили о том, что в вопросах убеждений, в вопросах идеологии, в всех вопросах относительно того, во что верить, во что быть убежденным, в чем быть убежденным, в этих вопросах мы, согласно доводам откровения и согласно доводам разума, обязаны проводить исследования, обязаны задаваться вопросами и искать ответы на эти вопросы. Эта обязанность диктуется нам как разумом, так и откровением. И даже более того мы говорили о том, что эти исследования и эти ответы на заданные вопросы должны быть обоснованными, должны иметь крепкий фундамент и основания. А теперь зададимся вопросом о том, что это за должно быть основание, что за фундамент должен быть у этих ответов, на чем основаны должны быть эти ответы на идеологические вопросы, чем обоснованы должны быть эти ответы. Здесь мы сталкиваемся с двумя основными и важнейшими источниками. В первую очередь это разум. Разум, который является первичным источником, источником, который ни на что не опирается и является самодостаточным основанием, самодостаточным источником. И мы чуть попозже постараемся разъяснить в контексте разбора второго источника, коем является откровение, разобрать, что же из себя представляет эта первичность и каково она должна быть. Итак, первым источником является разум. Но разум имеет определенные ограничения. Разум может действовать только в тех случаях, когда у человека имеется достаточно информации, человек достаточно осведомлен. Например, в качестве примера приведем следующее. Мы представим вашему вниманию две предпосылки, две информации, из которых разум может вывести третье. То есть разум действует именно таким образом. Разум, полагаясь на определенную базу, на определенную базовую информацию, выводит нечто новое. Так? действует разум. Например, две предпосылки. Первая – это Александр является человеком. Это первая предпосылка. Вторая предпосылка – каждый человек разумен. Эти две информации позволяют разуму вывести нечто третье, получить нечто новое, абсолютно отличное. Хотя Слово абсолютно, возможно, не совсем уместно, но в любом случае отлично от этих двух данных, от этих двух информаций. И разум может понять, что раз Александр является человеком, и каждый человек является разумным, то Александр таким образом является разумным. В этих двух предпосылках однозначно не звучала эта идея, идея о том, что Александр разумен, но звучали вещи, звучала информация, которая позволяет разуму получить данный результат. Таким образом, разум, полагаясь на определенные данные, на определенную информацию, может вывести однозначный результат. Результат безошибочный, как в данном случае. Конечно, также необходимо заметить, что результат может быть ошибочным, если данные ошибочны. Здесь мы сталкиваемся с основными проблемами разума. Разум, он безгрешен. То есть, если разум однозначно выводит такой результат из данных, то этот вывод является абсолютно верным. Но у разума имеется один недостаток. Недостаток заключается в том, что разум не всегда может оценить и порой Данные, которые являются предпосылками, могут быть ошибочными. Но оценка этих предпосылок не является и не всегда может являться функцией и работой разума. И поэтому результат в конечном итоге может быть ошибочным. Хотя работа разума, она безупречна. Потому что если Александр является человеком, и каждый человек является разумным, если, то, несомненно, совершенно верным является вывод о том, что Александр разумен. Поэтому работа разума и его действия безупречна. Но тот фундамент, на котором действует разум, порой может быть ошибочным. И поэтому у разума имеются определенные ограничения в этом отношении. Ряд вопросов, ряд Микровопросов, даже более того, множество, огромное множество микровопросов остаются вне ведения разума. Разум не может относительно этих вопросов однозначно судить. И даже более того, некоторые вопросы не доступны разуму ни в коем мере. Если мы ранее говорили о том, что данные и предпосылки могут быть ошибочными, что в итоге приведет к ошибке разума, то в данном случае речь идет о том, что разум в некоторых вопросах полностью лишен каких-либо данных, дабы на основе этих данных, этой информации вывести какой-нибудь результат. Поэтому здесь речь заходит о втором, и человек находит нужду и необходимость во втором источнике, коим является откровение. Откровение, которое не спосылается Богом человечеству. В частности, например, священный Коран. Это еще один источник наряду с разумом, источник убеждений, источник религиозных взглядов. Но здесь необходимо заметить, что несмотря на то, что разум и откровение являются фундаментами и доказательствами, доводами для религиозных убеждений, но между ними имеется определенная разница, между ними имеется определенное отношение. Во-первых, необходимо заметить, что разум первичен. Почему разум первичен? И что означает первичность разума? Первичность разума означает, что в отличие от откровения, Разум не нуждается ни в каких доводах и доказательствах. То есть, другими словами, если Александр является человеком и каждый человек является разумным, разум выводит из этого, что Александр является разумным. И разум не нуждается ни в каких доказательствах, ни в каких доводах для того, чтобы сделать такие выводы. То есть разум в своих выводах не нуждается и не опирается ни на что, только на самого себя. Но в отличие от разума, откровение опирается на разум. То есть основанием откровения непременно является разум. Чтобы было понятнее, о чем мы говорим, представьте себе ситуацию, что и приходит некий человек, который утверждает о том, что он является посланником Бога и получает откровение от Бога и призывает других людей последовать его учению, последовать за той книгой, которую он принес людям. Как же в данном случае должны поступить люди? Как человечество должно поступить в данном случае? Может ли человечество позволить себе следовать за каждым человеком, который утверждает о том, что он получает откровение от Бога? Конечно же нет. Это является абсолютнейшим абсурдом. Это просто невозможно, потому что таких учений огромное множество. Множество людей, утверждали на протяжении истории разные убеждения, которые, как они утверждали, являлись откровениями. И при этом эти убеждения очень часто были противоречивыми, противоположными друг другу. Поэтому человек не может, человечество не может себе позволить доверять каждому, кто утверждает о том, что он получает откровения. И не каждой книге, которая... Преподносится как откровение, человечество может себе позволить доверять. И поэтому человечество должно выбирать и должно проверять, обоснованно ли это утверждение или оно является ложным, правдиво ли это утверждение. И чем же человек может руководствовать в определении того, что является откровением, а что является подменой, что является подделкой. И здесь... У человека имеется всего лишь один инструмент для определения этого. Только разум человека способен определить, что является на самом деле Словом Бога, Его посланием, посланием совершеннейшего, абсолюта, а что является измышлением человека, человека порочного, лживого. Именно поэтому Всевышний Бог в Священном Коране неоднократно обращаясь к немусульманам, к многобожникам, тем людям, которые должны были принять учение, неспосланное в откровении, призывает этих людей, неоднократно призывает их людей к разуму. Говорит о том, чтобы они размышляли, о том, чтобы они разумели. И порицает их за то, что они отказываются от услуг и функций разума. Поэтому откровение, по отношению к разуму вторично, а разум по отношению к откровению первичен. Из этого истекает ряд следствий. А именно, если мы обнаруживаем, что между откровением и разумом имеются разногласия, то здесь у нас имеется всего лишь два выхода, два предположения, два возможных теоретических предположения. Или же откровение ложно, то есть, другими словами, откровение, то есть то послание, которое преподносится как откровение, на самом деле не является посланием всемогущего, всезнающего, мудрейшего, а является подменой, подделкой. Или же человек не совсем правильно истолковал, не совсем правильно понял откровение. Поэтому разум играет очень важную роль в понимании и в толковании откровения. Откровение полностью зависимо от разума. Разум подсказывает и помогает не только подтверждать истинность откровения, но также помогает и играет определенную роль в понимании и в толковании откровения. Поэтому никаких противоречий между настоящим откровением, настоящим посланием Бога и разумом никаких разногласий быть не может, а если какие-то разногласия возникают, то значит человек не совсем правильно понял послание. Хотя конечно же, если говорить в частности о священном коране да и вообще о, об откровении и послании всемогущего бога, то необходимо заметить, что это послание всегда доходчиво, разве что в некоторых случаях, где Сам Бог не захотел, чтобы то или иное послание было доходчивым и понятным каждому. В частности, некоторые от священного Корана являются именно таковыми. Мудрость Бога, определенные цели Бога побудили к тому, чтобы Он некоторые свои послания излагал и не совсем понятной и доходчивой форме, но только некоторые аяты. Но абсолютное большинство аятов, они доходчивые и понятны. И то, что человек порой неправильно понимает эти послания, заключается в том, что он следует в понимании этих вещей за некоторыми другими факторами. То есть имеются некоторые другие факторы, которые играют роль в понимании человека, в ложном понимании человеком тех или иных аятов из Откровения. Например, ему тот или иной смысл аята не нравится. И он всеми силами ищет возможность истолковать аят, истолковать откровение иначе. Таким образом, разум по отношению к откровению первичен и играет роль не только в подтверждении откровения, но играет роль в толковании. И что еще более важно – то что разум никогда не может быть отменен. Даже откровение не может отменить разум. Откровение, которое утверждает о том, что не нужно полагаться на разум, на выводы разума, что нужно отказаться от разума, на самом деле является подделкой. Так как то, что является причиной, не может быть отменено следствием. Если разум является причиной, Достоверности, причиной доверия человека к откровению, то это следствие. Доверия является следствием разума и не может отменить собственную причину. На этом все. Вассаламу алейкум ва баракету.